Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня мой твинг, основной аккаунт. И сегодня у нас будет, как обычно, трешачок. Кого-то качнем, попробуем поролить. Давно я уже не ролил. За камни героев. Вот такие вот плюшки за большой пак. Ну, 2000 уже продают за большой пак. Это означает, что все дешевле и дешевле. К следующей обнове, я думаю, до 3000 дойдем даже. Так, кого я там качал следующим? А, Хрона я качал. Давайте сейчас немножко его уже докачаем. Завтра у нас битва гильдий. Точнее, сегодня в четверг. Вы уже будете это видеть в четверг. Такс. Сейчас побегаем, посмотрим, что там по акциям интересного у нас есть. Опять не хватает желтых камней. Ну, в принципе, желтых не хватает. Видите, уже, ну, я уже больше, наверное, миллионов 20 кулаков слил на желтые камни, потому что, ну, кулаки особо-то и не надо. А на прокачку каждого героя надо очень-очень много, особенно с двадцатки по тридцатку желтых камней. Так, отлично. Еще один герой у нас на максималке. Так, кого еще надо будет следующим качать? Ну, скорее всего, Леди Лео, Ара, я тоже думаю, надо будет его подкачать. Трифеда. В общем, есть кого. Думаю, Леди Лео следующее будет. Так как это реально тот герой, который реально очень крутой в PvP-локациях. Сейчас докачаем, камешки кончатся и пойдем ролить. Землеройку. Кстати, надо глянуть, что у меня там по красным камням. 10 миллионов. А, сегодня не продают уже, к сожалению. Такс, окей. Смотрим, что тут у нас за алмазы героев сегодня дают. Землеройка 10, космо 30, ледяной 30, роза 30, охник 10. Как-то вот так вот. Хотя охник по сути стоит копейки, но осколками отсюда они его все равно, блин, так и не пофиксили и не сделали возможность. Зато можно, смотрите, можно некроса получить за одну тычку. Это уже неплохо, скажем так. Так, огник всего лишь десяточка остается, хотя на рынке он копейки стоит. Окей, поехали, попробуем, испытаем удачу. Махатма 40. Интересно, интересно. Вольт 20, Плант Вориор. Рогаточка, еще рогаточка 40, еще Plant Warrior, еще Махатма. Ну а где целые герои Plant Warrior? Не дают. Смотрите, сколько рогаток падает. Анубис. Ну, Анубиса и так всем бесплатно давали. Plant Warrior, еще один Анубис. Ну, Анубис уже не актуален вообще. Командора. Только, наверное, для новичков, которые пропустили халяву. Еще один Анубис, ну это просто жесть. Ну а где герои по одному? IGG. Геть, ну ничего не дают. Командора 40, 40. У, ничего себе, 10. Командора целая, да, вот это неплохо, но блин, 20 осколков дали. Так, а ну-ка еще раз посмотрим. Ну, 20 осколков есть, но интересно, как падает целый.
Еще один Анубис. Я не знаю, сколько мы там Анубис. Фрейка целая. Сколько мы там Анубиса наловим. Ну, это жесть, конечно. Ну, отсюда очень классно добирать топовых героев. Ну, если вы, опять же, если вы донат. Это только Анубисов, конечно, блин, раздают направо-налево. Так, Plant Warrior. Командора. Вы знаете, вот еще десяточка, еще 10 огника. А вот не падают редкие эти с последних героев. Ни космо я не вижу, не вижу я землеройки. У нас уже этот упал два раза. Дофига падает. Ну, давайте еще раз. О, Махатма целая. 28 у нас осталось. Давайте посмотрим с такого, что у нас реально не падает. Роза. Вообще ее не видно. По целым героям у нас только не упал Некрос. Получается, Махатма была. Все остальное. А, и Ледяхи мы не видели. То есть 30 осколков в Ледяхе, 30 осколков в Розы. Они просто не падают. Если уже Огник упал два раза. Бугимена целого мы еще не вытаскивали. Только осколки видел. Вот такие вот дела. То есть шансы, как видите. А рогатка полным ходом. Командора. Рогатка. Бугич. Ну, то есть, как видите, все-таки шанс на них. Фрейка целая. Очень-очень пониженный. Анубисы падают. Вот уже сколько там, 60 или 80 отсколков Некроса собрали. Просто шансы никакие. Вот еще 20 осколков. А тех даже не видно. Хотя бы раз. Сколько у нас? 105 попыток было. Вообще ничего. Ну, не знаю, сколько сейчас посмотрим, что у нас делается по осколкам уже. Космо. Вот 1500. 4. 3500. Ну, очень плохо падают. Вот такие вот, ребятушки, дела. Поэтому, как видите, то, что они там написали, шансы на некоторых очень-очень урезаны. Так, хорошо. У меня есть 305-х. Сейчас отсюда попробуем. Ну, а сейчас опять, наверное, даст красные камни в перлимит. Скорее всего, а может и нет. Книжки фармятся, все как положено. Того, что книжки до 40 добили. Что по кристалликам получилось у нас? 3700. Ну, этого очень мало, скажем так. Это половина с того, что надо будет сейчас нам налево, чтобы докачать ее дальше. Ну, то есть дальше шаг будет по 300 в конце. То есть там только 1500 надо. Ну, апекс камни, как видите, уже в два раза подешевели за две недели. То есть обнова где-то будет через две недельки. Плюс-минус. Ну, через неделю, как минимум. И думаю, там они еще дешевле будут.
Вот видите. Не хватает катастрофически, причем не хватает по многим ресурсам. Их открыть нереально, не хватает. 1715 сумок надо будет сделать вам конкурс. Этих тоже уже накопилось, но я ничего с ними сделать не могу, к сожалению. Так, с этим разобрались, что у нас интересного в дискаунте сегодня. Так, вот 1500 можно забрать скидочкой. Ну, эта эмблемка нам не нужна. 5. Давайте сменим, посмотрим, что еще. Апекс камни. Они, в принципе, вот за восьмерку еще 1500. Ну, выгодно. ДПшка донатная. Ну, бег. Бег для бездона. В общем, такие вот дела. Ну-ка посмотрим, еще докачаем. Ну, я постепенно качаю, я уже не рвусь, как раньше. За этими 30-м прорывом, потому что ну, оно рано или поздно все равно докачаются все герои. А некоторые ресурсы просто нереально открыть. Поэтому смысла нету. От того, что будут пропадать те же самые кристаллы. Да, и от силы ничего не зависит, по сути. Только количество очей на битве гильдии. Вот видите, здесь уже по 300 идет. Ладно, давайте уже добьем. Кто знал, что когда-то мы будем не на коробке сливать, а на простые желтые камешки? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. И вот наша Леди Лео. Тоже будет 30-очкой. Максимальная сборочка. Так, отлично. Ну, кого следующим качать? Ну, варианты какие есть. Ара. Ну, этих, которых я 20-х поделал, их можно пока не докачивать. Ара для по локации, в принципе, неплохо будет. Максимальный тоже. От него есть толк, он очень круто блокирует ту же самую Фрею. Даже если максимально, ну, дальше смысла нету. То есть можно Хартнизон еще поставить как вариант. Слить Ронина в Ронинов на 30-ку качать смысла никакого нет. Всех подряд. Толку от этого тоже никакого. Чисто ради силы. Когда уже Апекс камни станут как желтые яйца, если они ничего не придумают, тогда можно будет докачать. Упереться. Потолок по силе. Вот такие вот дорогие ребята. Так, что у нас? Пак, императорская, покер. Ну, ничего такого интересного в принципе нет. Вот можно отсюда попробовать. Я уже не знаю, сколько отсюда драконов словил осколками. Ну, очень мало людей здесь играет в эти акции. В топ-200 попасть не так уж и сложно. Я и Арктику собирал, и дракона. На утро бонусом что-то придет. Так, чарующие изменения, больше ничего нет. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.